Народ, всем привет! Сегодня нас ждет необычный выпуск. Сзади меня вы видите аэропорт города Иркутска, потому что я лечу в другой город расписывать машину. Поэтому, друзья, вам хорошего просмотра, а мне хорошего полета. Увидимся в следующем городе. Итак, прилетел я в Санкт-Петербург. Сейчас у меня пересадка. Вот пока что покушал маленько, отдохнул. И вылетаю сейчас уже непосредственно в тот город, где я буду расписывать эту машину. Это город Мурманск. Вот. А что за машина, вы узнаете чуть попозже. Вот. Буду снимать это все сам, потому что оператор, к сожалению, остался в Иркутске. Вот. Ну, что делать? Буду это все в формате влога делать. Поэтому ничего, хорошего полета. Встретимся уже непосредственно в Мурманске. Часов полета позади, добрался я до города Мурманск. Вот, осталось получить багаж и встретиться непосредственно с хозяином машины, с Игорем. Вот он меня будет встречать, и добраться уже осталось до квартиры, где я буду жить. В общем, немного устал, 12 часов полета все-таки. Ну что, вышел в город, будем искать, где там Игорь, то есть хозяин машины. Немножко предысторию расскажу. Он мне написал, точнее позвонил по номеру, видимо нашел его в Инстаграме, и увидев ролик в Ютубе, он со мной связался и захотел расписать свою машину. И непосредственно вот я теперь в Мурманске и буду расписывать его тачку под лак с полировкой полной. В общем, я тут на 10 дней, поэтому сейчас будем искать, где тут кто находится. О, кажется, вижу. Машинка очень интересная, большая, свежая. В общем-то, вот. Вот и Игорь. Привет. Привет вам. Вот мы встретились наконец-то в Мурманске, получается. Город-герой. Город-герой, да. Поэтому, друзья, не переключайтесь, будет продолжение, немножко устал. Все расскажу поподробнее чуть позже. Всем доброе утро, я проснулся, отдохнул после перелета. Сейчас поеду покушаю, и сразу же мы с Игорем поедем, посмотрим гараж, то есть где мы будем непосредственно уже загонять машину, и я буду с ней работать. Также сегодня поедем, закупим материал. И, кстати, вчера ночью я увидел чуть-чуть северного сияния. Это было прикольно. То есть там немножко засвет такой был зеленый. И по карте северного сияния я посмотрел, что да, действительно оно было. Надеюсь, что в эти дни я смогу как-нибудь это все увидеть там, или хотя бы заснять, или сфотографировать. Но такая галочка поставлена, и если это все получится, я буду очень рад. Поэтому что, погнали? В общем, день почти закончился, уже вечер. Заехали на мойку, сейчас ополоснем машину, закупили материал. И в скором времени я начну работу, точнее завтра. Машина в боксе, начинаю потихоньку работать, сейчас я переоденусь. В общем, единственный нюанс, который произошел, на машине вылезли рыжики под лобовым стеклом. Вот в этом месте. Поэтому было принято решение вырезать стекло. Я сегодня с утра съездил в компанию, которая этим занимается. Они сказали, что сегодня не получится, только завтра. Поэтому, чтобы время не терять, я по большей части сегодня подготовлю машину, замонтирую, какие-то места подгрунтую, а завтра поеду вырежу стекло и начну уже непосредственно покраску. Как только машина открасится и высохнет, приеду обратно, поставят стекло, и все, машина будет готова. Еще останется, правда, ее полирнуть.
После предыдущего ремонта на капоте образовались пузыри. То есть это старый материал, старая краска поднялась, потому что была неправильная подготовка. Вот. Это я сейчас буду исправлять. То есть я зачистил эти места до металла, то есть до самого алюминия. И сейчас это все будет покрываться кислотным грунтом, затем будет покрываться вторичным грунтом, затем будет это все вышкуриваться и подшпаклевываться где нужно, потому что здесь есть небольшие тычки и жимки. Поэтому буду сейчас это все убирать. И самое главное при работе с алюминием, чтобы наждачка, работала только с алюминием, потому что если попадет стружка обычной стали, ну, небольшое количество, то тогда получится ржавчина, и тогда, ну, реакция неправильная произойдет. Поэтому сейчас покрываю кислотным грунтом и затем обычным грунтом, а завтра уже буду пошпаклевывать. На сегодня работу закончил, машина почти полностью подготовлена, осталось только доготовить крышу, но это я буду делать завтра, потому что завтра я поеду с утра в мастерскую, там вырежут стекло лобовое, потому что там ржавчина есть под резинкой, обработаю эту ржавчину и уже буду обклеивать машину под покраску. И послезавтра я, наверное, уже ее открашу, она высохнет и потом будет полировка, поэтому встретимся завтра. Иду за машиной, вот как раз вырезали стекло. Я сейчас приеду в бокс, его сниму и уже буду обрабатывать всю эту ржавчину. А потом приеду, приклею обратно. Стекло с машины снято. И хорошо, что вы это сделали, потому что вот такая ржавчина под резинкой. Здесь я уже начал ее зачищать. Буду обрабатывать. Потому что если это все не обработать, то на свежеоткрашенной крыши это все опять полезет и будет обидно, потому что надо будет перекрашивать. Лучше это все заранее сделать. Правда, немножко времени побольше потратим, но ничего, главный результат. Думал, что покрашу решетку прямо на машине, то есть аккуратно обклею ее и покрашу, то есть цвет машины, чтобы все было сочетаемо. Но столкнулся с такой проблемой, что внутри там есть такая пластина, то есть я ее закрашу. И принял решение снять эту решетку, но чтобы ее снять, это нужно скидывать весь бампер, поэтому опять немножко времени буду тратить на это. Но ничего, зато будет качественно и красиво. И заодно посмотрю, что там с решеткой, что там с креплениями, с бампером, будет понятно сразу же. Машина в процессе обклейки, я ее полностью подготовил. Тут возник нюанс с решеткой, то, что мне пришлось ее разбирать. Немного, конечно, запарился с этим, но ничего, разобрал, все хорошо. Теперь можно ее спокойно открасить. Вот. Так что остается совсем немного. Обклеиваю дальше и буду уже краситься. Может быть завтра, может быть сегодня, если успею. Вот, начал пока фары обклеивать. Работа закончилась.
закончена, машина полностью подготовлена и обклеена. Завтра с новыми силами я начну уже ее красить, потому что сейчас я немножко устал. Вот такой результат на сегодня получился. Повезло, что в Мурманске есть магазин, где продают баллончики фирмы Артон, потому что только этими баллончиками с этой буквой А я могу пользоваться. Это не реклама никакая, я просто рекомендую, потому что мне очень много пишут людей, какие баллончики брать, какие материалы использовать. Вот, то есть берите вот эти баллончики, они супер хорошие, у них качественная краска, которая хорошо реагирует с лаком, и именно поэтому я их использую. Другие тоже можно брать, но там есть свои нюансы. Но в этой краске я уверен, и поэтому только ей пользуюсь. Итак, основа уже сделана, то есть это фон, на который я буду наносить маркер. Маркером я буду выделять все грани, ребра и делать интересные акценты. То есть базу я сделал, ну, основу, от темно-синего к светло-синему, голубому, даже ближе к белому. Такой некий градиент. Короче, прикольный проект получается. Вот. Сейчас немножко сделаю ставку, как я маркером рисую. Все, остался последний этап, это лак. Я уже приготовил респиратор. Вообще, в принципе, респиратором нужно всегда пользоваться, но так как у меня тут кассеты на один раз, то я его оставил на лак. Извините. Осталась финишная часть, это полировка. Машина отстоялась день, высохла. Ну, еще, правда, осталось вклеить стекло, но это уже самый-самый последний этап будет. Так что я сейчас ее замываю. То есть для чего нужна замывка? Лак, он дает такую шагрень и, конечно же, попадает мусор. Поэтому это все стачивается мелкоабразивной наждачкой и затем перебивается с водой еще более мелким абразивом и затем уже полируется. Поэтому сейчас я этим и займусь.
Так, самая финишная прямая, машина почти отполирована. Сейчас я поеду, ставлю стекло, его вклеят, и вечером я буду дополировывать машину, и она, в принципе, будет готова. И, наверное, завтра я буду ее уже вручать владельцу, Игорю. Попробую заснять реакцию, надеюсь, получится. И еще нужно найти место, где эту машину отснять. Какое-то чистое, хорошее, потому что пока что на улице слякоть. Машина сразу станет грязной, поэтому буду что-то придумывать. А так, пока что поеду, ставлю стекло. Ну что, господа, вот и подошел к концу наш ролик. Очень много эмоций испытал, очень круто все получилось. Игорь встретил, он сейчас как раз таки снимает меня. Очень душевно все так, по-доброму получилось. Работу выполнили вообще без каких-либо казусов. То есть все прошло успешно и удачно. То есть спокойно можно сказать, что я могу прилететь в любую точку России и спокойно вам открасить автомобиль. Ну, если все совпадет, все условия. Итак, что же у нас, какой итог получился за эти 8 дней работы? Сейчас вы это все увидите. Следующим кадром будет реакция Игоря, потому что он все это время машину не видел, я с ней чисто работал. Друзья, также не забывайте подписаться, здесь будет мой инстаграм, здесь вы можете посмотреть мои работы, со мной связаться, то есть любые вопросы я вас проконсультирую и мы сможем с вами договориться. Поэтому, друзья, насладитесь видео результатом с машиной, с реакцией Игоря. А я сегодня вечером улетаю в Иркутск, и будет очень много интересных проектов дальше. То есть запись уже идет у меня. И следующее видео, я думаю, вам очень сильно понравится, потому что там будет кое-что очень интересное, связанное с одним блогером нашим российским. Поэтому, друзья, смотрим. Итак, все, машина готова. На улице, правда, дождик небольшой. И сейчас уже подъедет хозяин машины, Игорь. И я постараюсь заснять его реакцию. Вот, приехал Игорь. Сейчас будет закрытыми глазами выходить. Выходи, глаза не открывай. Выходи. Я как этот слепой. Да. Еще пока нельзя, нельзя. Ой, я не вижу, куда я иду. Да прямо иди. И, да, я скажу, когда открывать. Все, стой здесь. Ну что, готов? Не знаю, волнение прям. Волнение? Ага. Ну все, ладно, давай открывай и посмотрим, что получилось. Ни хрена себе! Сына, открывай. Охренеть. Придуля, иди сюда. Иди сюда. Спасибо вам большое. Сына, смотри, какая. Мне нравится? Вообще просто пушка. Бляха-буха. Вот это талант. Ну что, ожидания подтвердились? Да, вообще меня прям... Мне кажется, даже больше. Смотри, меня колбасит прям. Меня самого потряхивает, потому что я очень сильно переживал. Просто огонь. Боже с тобой, сына, ну я волнуюсь. Превосходная работа. Отлично. Ну а сейчас кадры самой машины. Просто бомба.